В завершении выпуска о неудачном предложении руки и сердца во время баскетбольного матча, который массово обсуждают в социальных сетях. В перерыве одной из игр американского клуба «Атланта Хоукс» традиционно показывали зрители на большом экране. Это такая своеобразная игра, которая используется не только во время баскетбольных матчей. А как только пара видит себя в кадре, она должна изобразить поцелуй. Так вот, герой этого ролика пошел еще дальше. Он решил попросить у своей возлюбленной руки и сердца и достал заранее приготовленное кольцо. Парень предусмотрел все, кроме реакции своего приятеля. Вот эти самые дружеские хлопки по плечу оказались настолько энергичными, что обручальное кольцо куда-то завалилось. Его искали всей трибуны несколько минут, но, похоже, так и не нашли. Некоторые пользователи соцсетей сошлись во мнении, что, возможно, мужчина другу еще потом спасибо скажет.